Всем привет! В этом видео я вам покажу вторую альтернативу стилуса, которую я нашел под названием iPod Story. Значит так, устанавливайте и забывайте полностью про стилус. Значит, как установить? Идете в управление в CD, изменить, добавить и пишите сюда тот репозиторий, который будет внизу под видео в описании. Добавляете. Так, я не буду добавлять, он у меня уже есть. Вот он. Потом идете в поиск. В поиск пишите iPod Story. Находите его, вот он. Вот он, место изменить у вас будет установить. Устанавливайте, телефон сделает рестринг, и все. Он у вас есть. Давайте я вам его покажу. Итак, после установки у вас появится вот такой вот значок. iPod Story, устанавливайте, открываете. Очень похож на стилус. Но пока что тут нету категории. Они обещают добавить категории. Тут есть коллекции, поиск, то, что вы скачали. Чтобы обновить, вам надо вот так вот потянуть и отпустить. Давайте что-нибудь скачаем, даже не знаю. Давайте вот это. Смотрите, откуда будете качать. Цена $3. Давайте откуда-то скачаем. Давайте отсюда. Вводим код, все как обычно, как листался. Идет загрузка, выбираете обычное скачивание. Ждете, но я не буду ждать. Тут есть все самое новое. На этом все. Вот такая вот прекрасная альтернатива стилуса. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и я постараюсь уже сделать еще одну часть, где я покажу еще одну альтернативу. Всем пока!